Кстати, Артем, я тебе вот с удовольствием бы предложил с нами облиться. Ты не против? Я бы с удовольствием, но сегодня не мой день, правда. Я лучше поведу мероприятие, мне так проще. Поведу мероприятие лучше. Ну, холодная вода, ты просто... Точнее, теплая вода. Я футболки вода, и так, я не любитель. Вот. Ты кто? Ты кто такой? Позвольте мне вмешаться в ваш спор. И? Если девочки не заставляете Артема обливаться, ведь же я тоже чекист, как и вы. Вы на всех обливаниях наливаете детям холодную воду, а себе горячую. Это все вранье, Толик. Ты же сам знаешь, мы каждый выходный едем сами с торжеским монастырем. При всех детях я ныряю в купель. Хорошо, тогда давайте это проверим. Холодную воду на сцену. Ну что ж. Друзья, ваши аплодисменты. Холодную воду на сцену, так значит на сцену. Я вот даже боюсь представить, вот что сюда сейчас будет. Поставьте ее, да. Вот. Он даже несет. Чтобы ты как-то маленько-то налил, маленько. Анатолий. Нормально. Давай. Хорошо, давайте по-честному. Скинемся, и тот, кто проиграет, будет обливаться. Ну, я не знаю. Как ты, ты не против? Ну, я как бы против, но... Ну, я давай денег попробуем. Не получу тогда, да. Раз, два, три. Раз, два, три. Бумага! Анатолий Алексеевич! Ладно, я должен был сегодня вливаться со Свиридовым, моим другом. Но сейчас вот он в Голливуде снимается в кино, так что мне придется двоих отдуваться. Давай, Анатолий, отдавайся, раздевайся быстро. Ладно, друзья, самое время поддержать Анатолия, мы начинаем шаговать нашу эстафету. Давайте громче поддержим вот этого маленького активиста, маленького патриота. Можно даже смешное. А то сейчас кто-то закричит просто, когда увидит это, и все. И попадет в эфир это все. Футболку сними. Музыка. Даже не футболку снимай. Вот, отличные аплодисменты, друзья. Это начало. Давайте громче. Такого еще не было за все четыре. За все четыре акции мы заново это модно. Вот это стартап. Толя, готов? Ты проиграл, давай. Ты проиграл, Толя. Чего? Быстрее, громче хлопаем, Толя. Просто. За Россию! Все. Поддержим маленького патриота. Володь. Спасибо, Анатолий, спасибо. Давайте поаплодируем аплодисменты этому маленькому патриоту. Мне кажется, у него просто крик вырвался от души. То есть, ну что ж. Что ж, идем далее, друзья. Повторюсь, вы здоровы, это вот на 4.